Домик Чехова. Если что, хотите показать, да мы вас послушаем, нам этого достаточно. А, ну, раз. Я еще раз, это ваше право. Антон, ну что, при жизни, естественно, никто не задумывался, где там Чехов в Таганроге. Ну, в Таганроге, да в Таганроге. И только в начале 30-х они задумались, что Чехов-то где великий писатель, советская власть. Надо бы отметить это, да, 75-летие. Угу. И наш первый секретарь горкома партии, угу, Степан Христофорович Варданян, поехал в Москву и, как бы сейчас сказали, выбил федеральные деньги. И на эти деньги город озеленили, провели канализацию, водопровод, построили асфальтный завод, заасфальтировали и пустили трамвай. То есть город преобразился. Да, и вот приехали, как раз очень много было, и еще сестра была жива, и вдова была жива, отмечали. А вот это самое первое скульптурное изображение Чехова, это наша местная Вера Георгиевна Морозова, самолучка женщина, сделала. Сказали, очень похоже, все-все-все. Сами Чеховы происхождением имеют из Воронежской губернии, Острогожский уезд, деревня была Ольховатовка, они были крепостными у Черткова. Ну, Чертков, для ростовчан мы знаем, у нас есть станция Черткова, там чем она интересна? Буквально посередине улицы проходит граница между Украиной и Россией, там сетка натянута. А, да-да-да. С одной стороны это, вот это. А Чертков жил в Москве, его библиотека, это сейчас называется историческая библиотека, это самая первая библиотека публичная в Москве, именно Чертков, хозяин Чеховых. Дед Чехова самостоятельно выучился грамоте и стал делать карьеру на заводе сахарному Черткову. И предложил своему хозяину такую бизнес-схему. Кормить жмыхом бычков, гонять их в Воронеж, продавать, деньги делить. Ну, все, хозяин, ну давай. И вот он, представьте, накопил деньги, 840 рублей серебром. И за 20 лет до отмены крепостного права выкупил себя, троих сыновей и жену. На дочку денег не хватило. А когда уезжали, дочка так плакала, что ее бесплатно отпустили. Один сын уехал в Калугу, стал переплетчиком. Один сын, Митрофан, поехал в Ростов, стал приказчиком. И будущий папа Чехова тоже стал приказчиком у купца Кобылина. У нас, кстати, в Таганроге есть не только купец Кобылин был, но и купец еще и Жеребцов был. И вот, вот он, дом Жеребцова. Ну, жеребец, да? Жеребец. Что сейчас находится? Кожвенденспанцер. Ну да, ну да.